21 мая в России отмечается День полярника. Этот праздник был создан в знак признания заслуг людей, работающих на Северном и Южном полюсах Земли. Совпадение или нет, но именно сегодня наши редакции передали уникальные архивные кадры 30-летней давности, на которых запечатлена Арктика. Это серия интервью журналиста Тюменского телерадиокомитета Виктора Зайцева под названием «Люди острова Белый». Кадры сняты в 1989 году на 16-миллиметровую кинопленку. Еще в те годы местная телекомпания составила список архивных киноматериалов, которые надо оцифровать и сохранить. Но почему-то именно эта пленка в список не попала. Чудом сохранилась, и до 2012 года она лежала в железной банке. Потом на складе случился потоп, и старое поврежденное имущество стали выбрасывать. Но один из ветеранов тюменского телевидения не смог на это смотреть и забрал часть пленок домой. В том числе и эту. Так и уцелела эта запись. Возможно, она очень пригодится ямальским документалистам. К сожалению, неизвестны имена людей, которые дают интервью, и автор уже умер, не спросишь. Но известен год съемки, и в кадре звучит, кем люди примерно работают на станции. И при желании их можно отыскать. Человек здесь нужен вообще на севере? Его работа здесь нужна? Или это что-то искусственное, может быть, придуманное человеком? Нужно, в меру нужно. Только чтобы это не мешало природе, экологии. Но вы не считаете себя, скажем, несчастным человеком, что всю жизнь пришлось работать здесь? Нет, не считаю. Что-нибудь я вот выезжаю вот в отпуск месяца так полтора и тянет обратно сюда.